штрафную. Неудачно. Щадин подхватывает мяч. На вес штрафную. И здесь падает футболист Нафтана. И Сергей Гараютин показывает на 11-метровую отметку. Ну и действительно, здесь все было. Ну вот он, Артем Щадин делает заброс в штрафную. Ну и там падает. Да нет, это Егор Крес. Егор Крес. Не первое подключение Егора по вот этому правому флангу атаки Нафтана. И именно Егор Крес падает штрафной. 11-метровый назначен. Сергей Гараютин четко разобрался в этом. Гараютин дает свисток. Папарига, разбег. Удар поворотом. И счет матча открыт. 1-0 в пользу Новополоцкого Нафтана. 45-я минута матча. Вот так вот под занавес первого тайма. Папарига четко реализовал этот стандарт. Бадоев оставляет мяч в поле и выбивает его за боковой. Ну вот и повтор момента с забитым мячом. Роман Папарига, Александр Свирский. Папарига выходит победителем в этой дуэли.